Накануне в своей квартире на Рыбацком проспекте была обнаружена мертвой 39-летняя экс-солистка группы Little Big, актриса и модель Анна Кастильянос, Анна Каст. По данным источников правоохранительных органов, тело артистки нашли волонтеры. Бывшая участница группы Ильи Прусикина в последнее время жаловалась на боли в спине и почти не вставала. Причину смерти Кастильянос должны установить специалисты. Однако, по предварительной информации, она не носит криминального характера. У Анны Кастильянос была третьей группой инвалидности, и последние полгода она практически провела прикованной к постели из-за проблем со спиной. Анна после школы получила специальность библиотекаря, но по этому направлению она не смогла найти работу из-за своего невысокого роста. В итоге яркая Кастильянос устроилась работать аниматором, выступая в клубах и начала сниматься в кино. Наибольшую популярность Анна Каст получила, когда была участницей первого состава группы. Она стала знаменита после клипа «Everyday I am drinking», но затем покинула коллектив. Помимо участия в группе, Кастильянос снималась в кино, была ведущей мероприятий. В одном из интервью она поясняла, что причиной ухода из коллектива стало негативное отношение родителей из группы в детсаду, где она работала воспитательницей. Анна Кастильянос родилась в Ленинграде 15 января 1982 года. Ее рост не превышал 130 сантиметров. Поклонники прозвали ее «маленькое счастье». В 2013 году Кастильянос пришла в группу Little Big. В этот период коллектив стремительно завоевывал популярность по всему миру. Спустя год она ушла из группы и открыла тату-салон на проспекте Стачек. Сейчас он не работает. Она была знакома зрителям по проектам «Четыре свадьбы», «Мужское», «Женское» и «Совсем другие», а также по сериалам «Ментовские войны», «Клад», «Пером» и «Шпагой». Подписавшись на канал, следите за выходом новых видео и оставайтесь всегда в курсе событий.